Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это кто? Всем привет, друзья! Это Айс, и сегодня мы играем в индюшатину под названием Little Nightmares. Я долго ждал эту игру, она мне очень была интересна. Я постоянно смотрел всякие видосы, когда публиковали их разработчики. Надеюсь, что она меня не разочарует, но я практически уверен, что этого не случится. Поехали. Что бы вы там ни думали, это хоррор на самом деле. Женщина? Или монстр какой-то? По-моему, гейша такая, знаете, типа, вон у нее прическа японская. Да, гейша. А вот, собственно, игра. Очень красиво выглядит все это. Так, мы умеем садиться, прыгать. А, вот брать можем. А как кинуть? Ага, вот так, все понял. А как лезть наверх? Ладно, думаю, нас научат этому. Ой-ой-ой, какие-то маленькие побежали. О, ничего себе зажигалочка. А можем поджечь? Во. А было там что-нибудь еще интересное, что можно поджечь? Походу нет. Так. Ну, лазить она, в общем, пока что не умеет. По крайней мере, я не очень понимаю, как это делать. Выглядит потрясающе, ребят. Очень мне нравится. Когда как раз смотрел видосики всякие, это выглядело, как, знаете, какая-то вот сказка для взрослых. Что-то в стиле лабиринта фауна. Такая очень атмосферная. Надеюсь, что эта атмосфера сохранится. Нам, кстати, вообще, по идее, ничего не рассказали. То есть, нам просто дали эту девчушку, и все. А что мы, где мы, вообще, что происходит, как-то пока непонятно. Но я думаю, по ходу игры нам объяснят. И почему она такая маленькая? Или это он? Ну, мне кажется, что это она. Это кто? Кто ты? А, это статуя как раз гейши. Ну, она прям очень маленькая. Смотрите, какие метелки большие. Сигареты. Эй, там кто-то стоит за дверью. Очень стрёмно. Как будто бы мы на каком-то корабле. Все, я научился как-то цепляться. Надо просто во время прыжка руками... Ох ты, чувак, повесился! Жесть. Листочек нельзя его прочитать. Там вон видна предсмертная записка, наверное. Так, ну, здесь, очевидно, подвинуть стул надо, как в Among the Sleep. Эй, слезь. Давай двигай стул. Класс. Какая-то нефть. Или жижа просто непонятная. Кого-то тащили. Нет, сюда нельзя залезть. Наверное, надо открыть холодильник. Ох ты, маленький, а еще я выбежал. Это что там за ноги? А, это ботинки. Блин. Я уж думал, мы разобьемся.
Еще немножко не привык к управлению. Что это за пиявка? Блин, я думаю, она не очень хорошая. Ну нахрен. Вон еще сверху пиявка, походу. Пиявки медленные. В этом их проблема. Так. Тут надо, видимо, по досочкам тащить доски. Блин, она так убиться могла. Я почему-то все-таки думаю, что это она. Ох! Фу! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Беги-беги-беги-беги-беги! Беги-беги-беги-беги! Ужас. Попробую чуть-чуть поаккуратнее. Ух! Хватай! А, не, толкай. Че, они ползут за мной? Че, вы за мной не ползете? Вроде бы, вон они прям на входе, но боятся сюда выползти, видимо, боятся света, я не знаю. Что за маленькие гномики, а? Это мои родственники какие-то? Ох, опасная темнота. Так, там обрыв. Тут надо прыгать направо. А сможем перепрыгнуть, интересно? Смогли, смогли, смогли. И опа! Супер. Эй, я хочу назад. Мне интересно, что вот тут. И, кстати, клево, мы так проскользили. Так, ладно, она не может открыть это. Ух ты, это кто там? Какая-то мумия. Офигеть. Блин, атмосфера очень клевая. Мне кажется, детям в особенности будет интересно в это играть, потому что у них воображение немножко по-другому же развито. А, видимо, это сейф-зоны, вот эти вот светильнички. Крыска. И туалетная бумага. А что будет, если мы кинем туалетную бумагу? Ничего. Пока не очень понимаю. Давайте закрою дверь. Да, не зря я закрыл дверь, за ней был ответ. Ну, теперь, я думаю, все понятно. Двигаем туалетку. Встаем, дергаем рычажок и сможем пройти. Давай, давай, давай. Оп. Там вон что-то ползает, какой-то жук. Или это мячик? Мячик.
Полоса препятствий какая-то. Все понятно, надо было успеть пробежать. Ну, хорошо, сейчас успеем, я думаю. Тащи! Что ты не тащишь? Во! Побежали, ребята! Не теряем ни минуты и ни секунды. Гигантские двери. Где мы, черт подери? Что это такое? Офигеть! Смотрите, глаз, походу, выжигает. Я не знаю, это живые, наверное, вот эти букашки, которые быстро бегают. Побежали. Мне нравится, классно сделано. Так, а это... А, вон, маленький. Да и главное, не беги к глазу, чувак. Так, сейф-зона. Полезли. Так, а что там? О, тут тоже какая-то комната. Еще одна кукла гейши. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это кто? Это дети, смотрите. Жесть, стрёмная тварь. Я бы на месте детишек спал. Сваливаем отсюда. Так, давайте. А, вон, вон же решетка, по которой мы отлично лазим. Было бы стрёмно, если бы он сейчас снизу, знаете, такой за нами потянулся. Блин, ну это классный был момент, очень классный. Оу, жрать хочет. Надо что-то съесть. Только не говорите, что мы мышку должны съесть. Да-да-да, потерпи немного, мы уже в какой-то столовой. Эй, парень, дай поесть. Парниша, дай еды. Да-да-да-да-да, давай. Давай. Отлично. Спасибо. Спасибо, бро!
Спасибо. Ну, видите, их, по крайней мере, кормят. А что-то здесь все вешаются, блин. Не открывается ящик? Не открывается. Душевые. Мы продолжаем бежать. И проходить эту невероятно красивую игру. Не знаю, зачем я подвинул сюда эту штуку. Ой-ой-ой. А, мы можем по цепи наверх залезть, интересно? Да, можем. Супер. Наверное, надо выключить сперва свет, потом дернуть этот рычаг. Я предсказываю просто, что этот рычаг опускает цепь вниз. А я, походу, был неправ. Так. Что мне нужно сделать? Явно не разбить эти ящики. Наверное, мне надо прыгнуть на... Побежали! Оп! Оп! Это было довольно просто. Я очень люблю подобного типа платформеры. Если, конечно, можно назвать эту игру платформером. В какой-то степени можно, конечно же. Потому что мы бегаем, прыгаем. Давай, открывай. Что, не открывается? Давай следующий тогда. Бежим, 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 бежим! Давай, давай, проходи, что ты встал-то? Так, сохраняемся. Он маленький сидит, можем его выпустить? Опа-на. Прикольно. Так, давайте сначала посмотрим, что тут есть. Ничего здесь нету. Тогда давайте сделаем то, о чем нас просит игра. Столкнем эту штуку. Походу, зря я спрыгнул. Я хотел как крутой, знаете, типа спрыгнуть и прям приземлиться на эту штуку. Где я? Так, типа, меня засчитали, что ли? Так, где я? Погодите. Я немного не понял. А, все заново. То есть это не сейвы, получается? Ух, ёп. То есть это, получается, не сейвы. А как же мне туда опять попасть? Интересно, я уже хочу переиграть. Классная штука. Тележка, тележка, давай. Блин, а что ж там-то будет? Мне интересно. Ну или мы и должны были спуститься, типа, сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, прыжок. Так, вон маленькие стоят. Давайте, друзья, побежали. Будем дружить с вами. Тюрьма.
Что ж, нам дали достижение тюрьма, видимо, мы прошли какой-то типа мини-акт, к сожалению, посмотреть мы не можем, сколько здесь актов или глав, там, частей и так далее. Поэтому я предлагаю закончить это видео здесь. Если вам понравился Little Nightmares, то ставьте лайк, оставляйте свой комментарий, а еще лучше подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч, пока!